Так, теперь это мы вот зашли в такой тоннель. Типа тут рассказывается о разных короедах, вот как они жрут деревья, видимо. Я так понимаю все это. В общем, вот так вот тут рисунки, как они жрут. И тут вот они, как типа вот такие вот жуки, как они жрут дерево. Вот. Раз, все показано так. Вот такое это. Как типа. Блин, ну все так классно показано. Вот такой вот жук он жрет, например, вот так вот, да? Такой вот жук, он жрет вот так вот. Такой здесь. Тоже все это сопровождается. Dans la forêt, on trouve plus d'espèces de coléoptères que de vertébrés, d'escargots, d'araignées, de papillons Почему? et d'insectes. Dans la forêt, on trouve plus d'espèces de coléoptères. Den Wald bevölkern mehr Käfer. Почему тут по-французски? Dans la forêt, on trouve plus d'espèces de По-французски что-то не coléoptères que de срабатывает, в vertébrés, общем. Ну ладно, d'escargots. пофиг. Ну, в общем, четко. Вот такой вот тоннель. Классно так, добротно все сделано. Вот. Информативно, добротно, полезно, интересно. Вот так вот идешь. Приятно идти по такой штуке. Сейчас еще там что-то. Ну-ка, сейчас посмотрим, что там. Тоже под крышей так удобно. Даже крыша вон сделана так, что, блин, ну, вот, посмотрите. Все, не поцарапаться, ничего. Везде так классно, гладко, четко. А, вот это что, типа, блин, я даже не знаю, что это такое написано, блин, типа так проедается или что, блин, такие вот дупла, хели, вот так, блин, вот тут натуральное дерево, типа вот такое, да? Тоже это вот про разные дупла, Baumhöhlen sind sehr wichtig im Wald. конечно, все важно Viele для леса. verschiedene Tiere brauchen Baumhöhlen. Вон там этот Wie entstehen Baumhöhlen? дятел, блин. Zum Beispiel Ну ясно, в wenn общем, вот так Spechte Löcher in den Baum всякие machen, wenn гнезда Baumstämme abstürzen для этих, oder wenn для птиц, что Äste ли, wie блин. Baum schlägt. Все четко Da, проверили. wo Äste abgebrochen wurden Все oder выключим. wo die Baumrinde verletzt wurde. Пойдем уже, все, наверное. Не надо дальше еще дофига идти. Интересно, я тут дофига задержался, но интересно. Ну все.